стереоусилитель фирмы Technics SU VX700. Полный усилитель стерео. На борту имеет очень расширенные функции. Начнем хотя бы с того, что у него фонокорректор MMMC с переключаемым сопротивлением головок. Кнопка мутинг, стерео моно это не нужно. Значит, фильтр понижения низких частот, тон-контроль, это как бы директ обход тимброблока. Вот эта вот кнопочка Power Amplifier Direct, то есть он работает в режиме, вот так если нажмем, никакие громкости тут не работают, он работает в режиме усилителя мощности. То есть ему нужен будет пред, кто любит, ну там, предами баловаться, я не знаю, если не хватает своих прибамбасов тут. Высоких, низких. И тут вообще не понимаю, для чего его использовать как пред, если тут такая разветвленная вся коммутация. Есть AUX, фон, я уже говорил, тюнер, CD, тейп 1, тейп 2. Все, что, пожалуйста, писать с магнитофона на магнитофон, с деки на магнитофон. Вот, все для творчества народа. Значит, две пары акустики АБ, сопротивление акустики от 4 до 16 Ом. Зверек очень мощный. У него, значит, мощность на 8 Омах 100 Ватт, на 4 что-то там 120-140, в пиках до 200 Ватт поднимается. Значит, аудиофильские комплектующие, баночки такие стоят. Вот техникский, значит, этот самый питающий трансформатор ОФК, я так понимаю, это хороший медный трансформатор, намотан хорошей медью. Значит, у него никаких микросборок СТК, тут плохо видно, но там огромные твердотельные транзисторы, 4 штучки, просто огромнейшие, сантиметра по 3 такие. Ну что, начнем. Режим вот этот, когда вот ничего не работает, зато лампочка загорается. Не нужен нам усилитель мощности. Вот сюда подсоединять. Он работает как мощник. Акустика 4.16, 220. Да, потребление бешеное, 690 ватт. Это очень хорошо. Очень и очень хорошо. Левый, правый канал. А вот тимброблок при нажатии вот этой кнопочки Tone Control, это как директ обход тимброблока. Видите? На работу. Если нажать, все работает. И еще Лондон. Зверек мощный. Thank you.
Ну вот, смотрел на него, и мне кажется, это вот как одноклассник. У Пионера есть такой 656 Марк 2, один в один. И даже вес такой же, 14,8 килограмм. На этом все.